Армен, можем пока всех ждем. В принципе, можешь сделать небольшой отчетик словесный по нашему спецотряду, потому что я вижу, вы уже там активно начали работать, свою дееспособность воспроизводите. Что там, какие новости? Народ пока повышается, вступает в собор, но опять-таки все зависит от разработчиков. Вот все-таки не хватает тех команд, да, нужных, которые бы уже задвигали полностью работу собор. Потому что нам надо преступников садить в машину, а у нас эта система не позволяет. И вы что, через полицию это делаете или как? Иногда и это по РП. По РП, когда кто-то входит в саму ситуацию и понимает, что мы... А вы наручники же можете одевать, правильно? Наручники тоже не можем одевать. А так, что еще новенького? Да, все по-старенькому, набираем состав. Вот говорю, ждем реализации СОБРа. По поводу патронов, ну, пацаны что-то не хотят заниматься, потому что, типа, это... Никакой выгоды, так сказать. Просто да, конечно, никакой выгоды, елки-палки. Просто на нас тогда бочку немножко накатили, я еще и тогда знал. То есть это только все, ну, лишь в рамках РП, скажем так. То есть тут выгода, вот она как бы. Не удивлен, вообще не удивлен, я так и думал. И все. Есть же чем за миллионы покупать. Не, почему? Покупатели-то находятся. Просто, видишь, жалуются всякие. Пи-пи-пи-пи, как ты говоришь. Так смотри, так подожди, так в чем прикол? Тот, кто жалуется, на них не будет обращать никакого внимания, дали добро нам. И еще. Возить патроны с нашей армии? Нет, смотри, ты выразился как? Которые бабки будут идти с бандитов, которые будут покупать патроны, эти деньги, они потом копятся, и, соответственно, ну, бандитские мы их будем сливать в сервер. Да. Ну, на них как бы все равно, и чего? Да, вот, это правильно выразился. Короче, ребята хотят быть доли, чтобы прямыми словами все это было сказано. Так, я понял. Смотри, у нас вообще какая задача? Это внести какую-то РП-изюминку серверу, правильно? Да не, это интересно как раз-таки, но просто благотворительностью никто не хочет заниматься. Короче, насколько тяжело этот процесс вот возить материалы, чтобы я понимал? По времени очень много занимает, там, понимаешь, пока они заспавнятся, их да, надо ждать, сидеть на базе. Там каждый респаун 15 минут. Так, значит, Алик сейчас отправится вместе с нами, мы втроем выдвинемся, и вы мне примерно покажете, как, собственно говоря, ну... добываются, да, эти материалы. Смотри, Вань, давай тогда расставляй весь личный состав по точкам. В общем, командуй. Мы сейчас отлучимся, потом чуть попозже вернемся. Так, сейчас, на секундочку. Значит, новый и старый состав, прибывший в нашу воинскую часть под названием Росгвардия. Я всех приветствую. Всех попрошу крикнуть мне «Здравия желаю!» А, да? Здравия желаю! Здравия желаю! Здравия желаю! О, молодцы, ребята! Всех рад видеть! Всех еще раз приветствую! Так, давайте немножко разровнялись в правом углу, правый фланг, разровнялись! Я сейчас о чем хочу вам сказать. Вы сейчас пришли сюда. Я не знаю, кто для себя ради чего сделал выбор, либо просто тупо, чтобы служить здесь, дабы, ну... То, что я здесь есть, это, конечно, ну, имеет смысл, да, но это немножко глупый смысл, потому что было бы интереснее, скажем так, служить здесь во имя того, чтобы стать рангом выше, стать настоящим командиром, стать настоящим, там, скажем, моим заместителем, может быть, там, заместителем, ну, другого лидера, вот, ну, там, я-то не знаю, может быть, я завтра уйду, грубо говоря, но это шутка. Может быть, там через полгода уйду, через 5 лет уйду. То есть никто об этом не знает. Я говорю о том, что чтобы вы приоритеты для себя расставляли, служить именно отчизне, защищать эти стены,
и слушаться вышестоящий командующий состав. Вот, насчет плюшек тоже чуть попозже вам расскажу. В общем, давайте, силу духа не теряйте. Вот, служите честно, грамотно и совестно. Давайте, ребята. Всем еще раз желаю удачи. Красивые слова. Ну, немножко замотивировать, скажем, ребят, потому что я смотрю некоторые, ну, не то чтобы некоторые, но это так в любой лидер этой, господи, организации, в любой организации тоже. Постоянные наборы, то есть люди заходят, там половина увольняешь, половина сами увольняются, половина не заходит в игру, то есть мотивация — это важный аспект. В принципе, оно так как бы и есть, я ничего такого как бы лишнего ты и не сказал. У нас сколько среднестатистический онлайн? Примерно так и остался, где-то человек 20, да? Да, 20 держится. Тормозника здесь. Ты куда едешь? За нечаянно бьют отчаянно. Ладно, все, пускай плавает. Подумает заодно. Вот таких, кстати, кто подрезает, я буду вообще жестко постоянно гасить. Вот у меня нету, скажем, возможности, ну, я сам себе такую возможность ограничил, да, тут, чтобы, иначе народ вообще встанет. То есть я вообще, скажем, я как бы и игрок, и, скажем, медийная личность на проекте. И если я еще и буду админом, там будет очень много хейтеров, там, я уверен. Типа, о, там, я там вообще, много власти у меня там и так далее, подвластный там. Короче, разноются многие, это я знаю точно. И что я хочу сказать. Вот много, да, недовольных, которые жалуются на нас, то, что мы делаем, то, что мы не продаем нелегальные материалы. Обращаюсь к вам. Мы получили добро на это у главной администрации, у руководства, у основателей, понимаете? То есть нет смысла в том, что вы там будете на нас жаловаться. Но поверьте, от этого пострадаете и вы, и тот, кто нам что-то сделает по незнанке. Значит, что я хотел сказать? Я хотел сказать то, что боритесь с этой коррупцией своими силами, ребята. Не надо жаловаться. Своими силами — это значит что? Что и жалуйтесь в администрацию. В администрацию, там, в правительство я имею в виду. Жалуйтесь непосредственно с сотрудником полиции. Кооперируйтесь. Так, что это мы едем по полю? Наверное, так должно быть. А не будьте вы крысами с этими жалобами на форум. Все это вообще не прикольно. Делайте своими, то есть делайте нам облавы. То есть своими силами руководствуйтесь. Примерно вычисляйте наши точки, там, эти стрелки, наши сделки по этим материалам. Расстреливайте нас, расстреливайте мафию. Мешайте нам, ребята, кооперируйтесь, не надо жаловаться. Все, ладно, в принципе, все сказал, так очень много времени этому уделил. Здорово, здорово. Так, ну он сейчас уже испарился тогда, получается. Ну ладно, ничего страшного. Пожми, пожалуйста, давайте руку, Паша. Спасибо большое, Паша, ты лучший, я тебя обожаю. Спасибо, спасибо большое. Вас обратно проводить? Так, что получается? Вот так вот ящики с патронами, да, получается? Добываются. Да, грузим сначала. Так смотри, вот сейчас есть, например, ящики с патронами. Сейчас я тебе расскажу всю систему. Давай, жду. То есть они написали 5-6 часов добычи, и это типа работа, ну, не оплачивается. Они хотели бы, чтобы эта работа полноценно оплачивалась. Потому что, как бы нам-то руководство проекта Радмир разрешило, да, заниматься этой деятельностью, ну, типа нелегально. Но я сказал то, что все бабки, которые мы будем получать от мафии, мы будем сливать в сам сервер. То есть нам от этого не надо ни копейки. Мафия. Начни, пожалуйста, еще раз сначала.
Смотри, вот по факту мы берем три машины, грузим их, и получается склад 0. Ну а вам я чё, желаю приятной игры и приятного просмотра. Не забывайте все то, о чем я вам сказал. Ну, естественно, жду всех в игре. Увидимся.